Напередодні Дня Маті Гомельське обласне об'єднання профсоюзу організувало свято для жінчин з різних кутків нашого регіону. Урочистості проходили у обласному драматичному театрі. На свято запросили більше як 370 профсоюзних активісток. Вони працюють у різних галинах господарки, промисловості, будівництві, гандлі, охові здоров'я, битовому обслуговуванні і культури. Об'єднує цих жінчин те, що усі вони з'являються клопотливими мамами. Серед запрошених были женщины, которые имеют гоноровое звание «Шмадетная мати». Каждая удельница свята отримала у подарунок сувенир «Сребное жаночее сердце». Я мама троих сыновей и одной дочери. Старшему 11, младшему 2 года. Я очень рада, что у меня четверо детей. Я очень счастлива, несмотря на то, что, ну, может быть, где-то это и тяжело, но больше все-таки это приносит радости. Вот, дети – это счастье. Я очень рада. Хочу сказать большое спасибо, что меня пригласили сегодня на такой замечательный праздник. Я очень рада, что я сюда попала. Я попала в первый раз, но мне очень нравится. Такие встречи для областного объединения профсоюза стали доброй традицией. Они завсёды проходят у теплой атмосферы и сопровождение щирых слов подяки и пожаданий. Для гостей працевали тематичные выставы, интерактивные пляцовки, фотозоны. Урочистый прием протягнулся музычной программой, показом отдельно и причесок, и спектаклем «Жаночее счастье». Его представили господары сцены, артисты драматичного театра.